Кунгуре набирает обороты процесс реализации проектов в рамках инициативного бюджетирования. Напомним, в этом году Кунгур впервые стал победителем краевого конкурса, благодаря чему из краевого бюджета привлечено более 3 миллионов рублей. В результате реализации проектов в Кунгуре появятся 4 обустроенные площадки для занятий спортом в разных районах города. Мы очень рады. Спортивную площадку мы делаем для детей и взрослых, чтобы дети наши занимались спортом. До завершения проекта на поселке Дальний остается совсем немного времени. Уже установлены тренажеры, остается специальное покрытие, благоустройство, и можно приступать к тренировкам. Для микрорайона появление доступной площадки станет большим событием. Над тем, чтобы она появилась, работала целая команда. Вот совместными усилиями с такой инициативной группой было работать приятно, потому что люди переживали за это, вносили свои предложения. Двор внутри многоэтажек по улице Голованова ждет начала работ. На этом поле исторически было футбольное. Здесь появится площадка, которая станет местом отдыха и занятий спортом для целого микрорайона. Ее возведение начнется в ближайшие дни. И очень хочется, чтобы это было не только в нашем дворе, вообще, в принципе, в дворах. И детскую площадку нужно делать, и все нужно благоустраивать. Единственное, чтобы жители понимали, что без их инициативы это сейчас ничего и никто делать не будет. Проект Лиги чемпионов будет реализован на территории одноименного молодежного клуба. Размер субсидии – более 1 000 000 рублей. На поле запланировано строительство многофункциональной площадки для игр в волейбол, футбол, баскетбол и зоны воркаута. Нами подготовлена конкурсная документация для проведения аукциона в электронном виде. Сейчас мы находимся в стадии получения заявок от потенциальных застройщиков и рассчитываем в ближайшее время заключить контракт и выполнить все работы в срок. Работы в поселке Кирпичный находятся на финальной стадии. Оборудование закуплено вовремя. Работы не останавливались даже под палящим зноем. Почти ежедневно на месте контроль всех работ. Подобного здесь не возводилось десятки лет. Мне нравится горка очень сильно. Еще что? Мне нравятся эти карусели. Все тренажеры и детское оборудование уже установлены. Осталось завести песок для подсыпки и уложить резиновую крошку. Эти работы подрядчик планирует выполнить в ближайшие дни. Впрочем, для местной ребятни это не играет большой роли. Они уже облюбовали этот небольшой обустроенный уголок, который появится на поселке благодаря инициативе в том числе и их родителей.